Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Пику, и мы начинаем прохождение легендарной игры 2015 года, Darkwood. Ну что ж, не знаю, понравится она вам или нет, ребят, если понравится, так, знаете, что, наверное, сделать, хотя нет, нормально. Если вам понравится эта игрушка, то буду снимать ее дальше, так, пару выпусков выпущу, если не зайдет, так не зайдет. В принципе, вкратце могу рассказать, что здесь да как. Мы попали в лес. Полностью зараженный лес, то есть нам из него нельзя выбраться. И нам здесь нужно выживать. Просекает разная всякая хрень, но это уже сюжет. Сюжет мы будем открывать так, как мы его открываем. В принципе, я играл в нее не очень много. Знаю только основной геймплей и что нужно в ней делать. Так, ладно. Давайте тут изучим. Мой старый блокнот. Так, с пустой. Таблетки тут какие-то. Не знаю, можно взять. Так. Опа. Генератор кончается бензином. Нужно раздобыть полную канистру. На восток от дома я видел разбитый трактор. Может, там что-то еще осталось. Так, что у нас еще есть? Я бы лучше не открывал, просто слишком много усилий, чтобы его там запереть. Слышите? Где-то что-то странный звук. Так, вот у нас пусто. Шкафчик. О, вот ключик. Конечно, ребята, самогончик с собой возьмем. Так, вот мой медицинский справочник. Так, ну ничего интересного тут нету. Страшненькие картиночки. Да, ничего, в принципе, нового. Погнали тогда. Побежим отсюда. Заперто ключ я оставил в шкафу. Я ключ уже подбирал, так что... Опа-на. Так, ну тут у нас... Деревянная кукла. Деревянная кукла без лица. Это у нас собака какая-то. Моя псина, наверное, уже не выкроет. Да. Нужно ей помочь. Но, к сожалению, помочь мне ей уже никак не сможем. Судя по ее виду. Так, да там была роскошь. С тех пор, как сидоруки заросли, она стала бесполезной грудой железа. Обыскать можно? Народная трибуна. Польская игра. Так, ну ладно, побежали тогда. Дальше. Так, у меня вот еще здесь сверху стамина есть. Так, топорик. Отлично. Так, капканы. Аккуратно с ними надо. Кстати, вот у нас, видите, вот эта вот штучка. Зрение наше, короче. Там, где светлая зона, то, что видит наш персонаж. Вот то, что серенькое, и это он не видит. Вот. Вот так вот. Какие жуткие заросли. Карта у нас тут есть. Побежали тогда? Лес закрыл все ходы и выходы. Никто не может пробраться через эту чащу. Так. Кстати, перед просмотром как раз таки этого выпуска я советую вам выключить свет. Так будет гораздо атмосфернее. А у меня нету... Или есть, скажите, как скрафтить... Чтобы быстро. А, да, вот, просто гон вроде. Все, отлично. Какая, как громко-то какая. Так, как. Сейчас тебе нужен факел. Как факел делать? Да, а, вот. Да. Сейчас сделаем факел. Так, все, отлично.
Так, ну тут надо бы поисследовать все, конечно. Так, нам ведь по карте правильно, да, нам вверх надо. Где-то здесь у нас должен быть дом, как я понял, да? Открыт новую локацию, заброшенный дом, да. Ой-ой-ой. Тело. Еще пару дней назад его полностью абсорбируют. Так, это какие-то олени у нас тут. А вот, кстати, и дом. Кстати, вот и дом. Что-нибудь тут интересное есть? Тут ничего интересного нет. Пошли тогда дальше. Так, ну вот сюда, верно? Все, можно топор уже взять. Не так страшно же. Кстати, трава, видите, какая-то? Туда-сюда странненько она передвигается. Так. Опа. На. Этот, похоже, еще дышит. Я бы его обойти хотел. Ну, давайте подойдем. Слушайте, он куда-то вот оттуда пришел. Мужчина без сознания. А что так темно резко стало? Эй-эй-эй-эй. Давайте. Большой металлический ключ. Ага. Он без сознания. Раньше я его здесь не видел. У него при себе только ключ и какой-то дневник. Если он как-то сюда попал, значит должен знать, как отсюда выбраться. Конечно, по собственной воле он мне не поможет. Но это... уже не имеет значения. Так, ну что ж, вот мы притащили этого типа сюда. Так, я думаю выбраться из этого проклятого леса. Слышишь, крысёныш? Покажи мне как, и я тебя отпущу. Иногда я слышу голос. Она зовет меня к себе. Просит вернуться домой. Где выход? Где? Покажи мне где. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Не повезло нашему пацанчику, однако. Ой, куда так сильно-то? Я прихлопну тебя как муху, если так будет нужно. Да, играем мы не за самого доброго персонажа. Так, а вот и мы. Подонок украл мой ключ. Так, ну что ж, тут одежда есть, проволока. Тайник. Скрафтим тогда отмычечку. Если нужна отмычка. Опс. И... Открыто. Здесь есть лопата. А, и фонарик. Так, фонарик нам было позже понадобится. Давайте сначала. Ой, лопату тогда поймаем. Господи. Что тут такого есть, в принципе, в целом? Неверный код. Кто это?
прошу, выпустите меня. Иди ты нахрен. Я тут сейчас сбегаю. Ой, сейчас сбегать буду, а вы тут спасти вас. Я понял. Так. Канистр с бензином. Ножка стола. Так, я понял. Но я думаю, знаете, как сделаю? Сейчас сразу вот так вот бумс. Так, канистр сюда. Так, выливаем тогда весь бензин. Потихонечку, помаленечку. Все, канистра пуста. Включаем. Ой-ой-ой-ой, это... Вместо глаз у него вместо глаз у фигуры два регулятора. И широко открытого, но неподвижного рта раздается скромный голос. Или слышный, слышишь пение радио. Тут... А, 4, 8, 9, 2. Подверг. Ай. Так, давай. Хреначим этого типа. Он нас сюда заманил. Вырубил. Вот так вот ему. Пластиковый цыпленок, все. Все, ребят. Хе-хе-хе-хе. Дверь забаррикадировал. И как собираешься отсюда выбраться? Думаешь, что справишься сам? Абсолютно верно. Ты меня понимаешь, брат. Сам. Своими силами. Слышишь? Да, слышу. И что? 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 Господи! Где? Всех убью! Вы видели, ко мне какой-то тип отбежал, у меня резко госсцена. Ну что ж, ребят, вот мы оказались уже в нашем доме. Все, вот тут капканы лежат. В принципе, я думаю, для первой серии можно закончить. Если вы хотите продолжение, то, конечно же... Конечно же, если вы хотите продолжение, то поставьте лайки, напишите комментарий, что да, мы хотим продолжение этой игры, и тогда я сниму вторую часть. В принципе, вот... лайки, комменты. И я пойму, что вы хотите еще одну серию. А так, всем удачи, всем пока. С вами был я, Пикл.